Семейный многофункциональный центр, который открылся в Муроме в конце прошлого года, ежедневно помогает семьям с детьми. Оказывает содействие в предоставлении медицинской, педагогической, юридической и социальной поддержки. Сегодня в рамках Всероссийской недели правовой помощи здесь проводили бесплатные консультации и не только сотрудники МФЦ. Помощь таковую оказывают не только юристы, а и другие специалисты. Вот у нас сегодня здесь мероприятие проходит на базе центра, на которые приглашены и нотариус, и специалист центра занятости, специалист отдела опеки и попечительства, значит, фонд социального страхования, представители военкомата. Получателем социальных услуг могут стать семьи многодетные, неполные и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Сегодня за консультацией в МФЦ обратилась мама Ирина, воспитывающая ребенка одна. Пришла в семейный функциональный центр занятости, вот, чтобы проконсультироваться по поводу детских пособий. Являюсь сама по себе матерью-одиночкой, вот, и здесь уже как бы прихожу уже не первый раз. Все уютно, все хорошо, все удобно. Для самых маленьких жителей нашего города эта неделя будет не менее полезной. Для детей на этой неделе проводятся интерактивные квесты правовой направленности, игры, которые также связаны с тем, чтобы ребенок узнал свои права и обязанности и соблюдал их. Кроме того, в пятницу открыта горячая линия по телефону 267-96, где любая семья может задать вопрос юристу нашего учреждения, и он постарается дать ответ либо помочь в решении вашей проблемы. Семейный МФЦ – это то место, где родители могут получить необходимую помощь в режиме одного окна по самым разным семейным вопросам, включая диагностику ситуации, предоставление социальных услуг, консультации различных специалистов, от юриста до психолога. Олеся Сосуева, Алексей Кузьмин, «Наши новости».